Всем привет, на видеопортал спортбайкера SpeedRaptor 2013. В сегодняшнем видео речь пойдет о прохождении поворотов. Большинство байкеров думают, что они все знают о том, как проходить повороты. Но я напомню тем, кто об этом забыл, и заодно проверим, актуальны ли ваши знания на сегодняшний день. Управление спортбайком означает умение управлять спортбайком в поворотах различной сложности. Прохождение поворотов – это, наверное, самое интересное эмоциональное ощущение, которое испытывают мотоциклисты на всей планете. При помощи легких, подобных ювелирной работе рулевых импульсов, мы справляемся с могучими силами природы, держащих нас, с одной стороны, в балансе, а с другой стороны, готовых нас размазать об асфальт, как только мы и наш спортбайк начинаем движение в наклоне. В этот момент мы мобилизируем все наши знания.